После короткого, но тяжелого перехода мы добрались до первого озера. Здесь небольшой водопадик. Мы сейчас будем в этом озере купаться. Мы исследуем и испробуем на себе силу живой воды, тающего льда. И всем советуем, в общем-то, испытать эти ощущения на себе. Это как вот в сказке: из горячего молока в холодную воду. В общем, должна омолодиться. Вы дальше отслеживаете по ролику. Ну, наверное, я омоложусь. С вами канал «Вершки и корешки», Ефименко Наталья Юрьевна. Я только что искупалась, оделась потеплее, в общем-то жива. Ну, вода, не знаю, по ощущениям минус, ну а так, наверное, плюс 4. В общем, лед натаял, она такая плотная, тяжелая, энергетически интересная. И холодное дыхание снега, оно дает свое, и здесь вот уже растения больше себя чувствуют осенью, как будто они осенью. То есть здесь у нас красные листья бадана, у нас уже и чай покраснел. А вообще вот побывать летом на леднике — это большое удовольствие.